Еще одну розочку я очень люблю. Она сейчас в полураспуске. Куст огромный. Вот эта красотка и зимы не побоялась. Хорошо перезимовала, но у нее все-таки есть минус. Она не очень любит дождик. Если дожди затяжные, у нее очень крупный бутон, огромнейший бутон, она может окуклиться. Но у нас как-то так вот получилось, я смотрю, не окуклился бутончик, а то, что нужно, на месте все, как положено. Я думаю, что бутоны расцветут. Не знаю я, что будет с моими розами, потому что сейчас неделю я просидела с внуками, ничего не подходя к ним, ничего не делая, не опрыскивая. Вот он, Чиппендейл, там терракота вдалеке. Короче говоря, розы мои бесхозные в этом году. Впрочем, чаще всего так оно и бывает, что когда нужно за ними поухаживать. У меня внуки, а с внуками опрыскивать я не решаюсь и не хочу.